Че, друзья, всем привет. Первый раз нынче на щуку иду. Пробую свою вот эту вот насадочку. Не знаю, видно, нет, камеру не поворачивал в настройку. Ну, сейчас будем проверять, что кого. 28 гигов на 4,5 часа батареи хватит. Буду снимать все. Потом, если что, резать будем. Дабы запечатлеть какую-нибудь поклевку. Так. Пришли сюда вот. Такое вот место. Классное. Зайдем поглубже. Сколько это возможно. Начинаем увеличить. Моя акула, кто помнит. А не, не акула, это. Это вторая рыбка, которую я сделал. Я знаю, что здесь должно на блесну идти, а не на такую фигню. Так что это. Ну, идет, кстати, хорошо, приглубляется, вообще классно, мне понравилось. Ха, вообще четко, блядь. Держится сантиметров 30 от воды, от верха. И идет так прикольно. Не то, что вот эти вот магазинские, они быстрее всплывают. Так, ладно. Пашка там пошел, у него там щучки оставались, знает места, так что он может уже и поймать, а я еще не знаю, где пробовать кого ловить. И он на блесну шпарит, в тот раз на блесну ловил хорошо. Заброс как бы тоже нормальный, метров на 20. Это вот нормально для таких мест. 20 метров. Фигово то, что здесь вот трава, луг залит, и трава постоянно вот набивается. Друзья, было бы это озеро нормальное, а не просто лог, речка разлитая на поле, другое бы дело было. А так хрен его знает. Будь что будет. Так. Вот так швыранем. Время, короче, где-то 8 утра. В траву сильно кинул. Сильно в траву кинул. Травы нацеплял. Нацеплял. Там поглубже и нет травы. Вот здесь уже ближе к берегу есть травушка. Цепанулась.
ветер, ветерок. 3 года назад я здесь, вон на том острове, вон, телефончик свой утопил, Honor, блядь. Брал за 16 тысяч, почти за 17, блядь. Пришлось новый брать. Такой же самый, но уже за 10. Тоже приходили сюда щуп ловить. Походу из-за ветра меня нормально и не слышно. Полетели. Хотел, конечно, по-другому, но сдерживаю. Кстати, щуки много, но она такая небольшая, полкилошники, чурогайки, но есть и крупные, как бы, но в такой траве, как бы, полкилошки. Обалденно, рыба прямо это, классно идет, друзья. Даже не знаю, куда ее кидать-то. Да, ну-ка вот в это окошечко зарядим. Выпрямлено русло и основное, а не такое, чтобы вот на поля все вот это заходило вода. Сейчас там попробуем, там есть шанс, что поглубже там место и что там может взяться кто-нибудь. У меня, наверное, из-за ветра вообще нифига не слышно, друзья. Ой. Ветер вообще поганый, блин. Не на нас. Смотрите, как дома стоят. Лодка в огороде, блядь. Мотором, лодка. Правильно делают ребята. Мусор приносят, выкидывают. Прям вот возле речечки. Обалденно. Делайте все так, друзья. Мусорок выкидывайте. Так, вот пришли вот к такому вот побережью. Как сказать-то? Вот так сейчас кинем. Ага. С травой. С травой мы.
Без травы здесь не останешься, друзья. Если нету рыбы, значит есть трава. Кстати, пришел здесь тоже вот сколько отходится от берега. Вот. Первый такой заброс до центров. Павлик там у нас уже может быть и с уловом. Он рыбачит на заводскую вертушку. Так. Вот сюда можно кинуть, вдоль протянуть. Опять зацеп травы. Алло. Да нифига. Даже. Не-не-не-не-а. У тебя что? Ну, ветер из-за ветра. Из-за ветра, наверное. Ага. Но если что, шуми. Ага, давай. Ага. Ага. Ой, чуть телефон не выронил, друзья, блин. Это вообще было бы прикольно, если бы я его уронил. Ну, конечно, прикольно было бы для продавцов телефонов. Пашка звонил. Поинтересовался, чё кого. У него тоже не было ни удара, ничего. Вот здесь мне так понравилось, прям вот этот заброс, прям это. Ну сейчас, видать, травки где-то взял. Уже метрах в 5 от себя взял. А так прямо это слышно, что глубина там хорошая. Протягивается прям классненько, слышно. Проводка. Ой, что-то я недалеко кинул, друзья. Неправильно. В смысле, что трава не мешала и проводка как бы рабочая была подольше. Вот. Пашка от меня метров 300 стоит. Что-то походу у меня крючки спутались. Идет неправильно. Ну да, видите как, за поводок, за цеп. Уже видно, что сразу не то идет. Не то пальто. Вот. Зацеп. Травяной зацепик. Трава вот не дает уже играть. Нормально. Не дает. Ну давай. Опа, вот так вот чмокнем ее. И сейчас попробуем. Вот так сделать. Как и полагается, вот так подыгрывать. Не просто сплошная проводка, а просто рывок, остановка. Рывок, остановка. Рывок, остановка. Рывок, остановка. Рывок, рывок, рывок. Хоп, хоп. Хоп, хоп, зацеп, травяной зацеп. Вот. Микрозацепы чувствуются. Как-то так. Вода вообще обалденно светлая.
Сейчас вот здесь вот зайдем, проверим. Самое интересное, что даже еще от берега никакая щучка не отошла. А вот здесь, если попробовать, вот тут может стоять где-нибудь сметанница. Давай. Давай, красавица. Мы уже с травой. Уже с травой мы, друзья. Мы уже, друзья, с травой. Вау, здесь глубоковато, друзья. А если бы мы сейчас вот так плавненько, хоп, вот так кинем, и вот так, хоп, и вот сюда, вот так, хоп, хоп. Она бы, может быть, и рада клюнуть, но, блядь, рыба такая красно-черно-оранжевая. Но я вижу ее, она классно двигается. Прям вот, друзья, реально двигается классно. Ладно. Ein Trembel, Devil Dwembel. Это волшебные слова, как из Ералаша. Здесь бывает, друзья, окуньки берутся. Но окуньки такие хорошенькие бывают. Так, друзья. Паша зовет ехать. Пойдем, короче, сейчас. Я ему еще не показывал свою рыбу. Что он скажет? Какая его реакция будет на такую приманку? Ладно, по. Сейчас мы, друзья, проверим. Сейчас мы проверим, будет тут щука или нет. Глубоко тут, бля. Уже отошла чурогаечка. Отошла. Ой, еще ушли, друзья, но это карандаши. Сейчас вот так. А, ух ты. В кустик киданул. Так, ладно. Так, друзья. Назад чуть-чуть вернусь. Вот в это окно хочу кинуть. Сейчас проверим, что вот в это окошко.
Да нифига, пару карандашей отошло. Сошло? Ну? Не, не сошло, от берега. Но нам карандаши, друзья, не интересны. Карандаш не интересен. Так, 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 так. Не набрать бы воды, друзья. Сейчас попробуем быстрой проводкой, чтоб углубление шло. Так, тут набрать можно. Ладно. Мелководье. Так, ладно, друзья, сменим дислокацию. Ай-яй-яй, через кусты. Фу. Ёб твою маковку. Зацеп, блядь. Ебай. Ну чё, сейчас либо оторвется, либо я ее вытащу. Лучше, конечно, чтоб я ее вытащил, друзья. Нафиг надо. Не буду я своим воблером самодельным рисковать сильно. Или как их называют, попер, хуёпер. Пашка там место себе классное нашел. Знает, где рыбачить. А я вот сюда схожу. Вот в это окно кину. Так, ладно, сейчас походу обойти надо. Вот так я обойду в ту локацию.
Бесполезно, мелко. Мелковато, и видно, что рыбы не видно. Вот сейчас вот здесь карман. Но он с травой, блин. Спереди. Сейчас проверим. Вот сюда вот так. Хопа. Мурава. Травушка, муравушка. Да. Ладно, пойдем к Пашке. Так. Ой, берега такие классные здесь. Везде бы такие были. Но я имею в виду по твердости, но не по заросшести. Травой, блин. Тут у нас щучки, щучки. Травяной зацеп. Травяной зацеп летит.
Ёлочка. Ёлочка в ассортименте. Короче, куст зацепил чуть-чуть. Ящерица ползает вон там под деревом. Хотел вам показать, я поймал кустарник. Блин. Так что хватит любопытничать, друзья. Не буду вам больше показывать. Ящериц. Это чревато зацепами. Где же моя тюрогайка-то нынешняя? Ёлочка. Ёлочка. Ёлочка, ёлочка. Ёлочка. Да. Ладно. Пройдем подальше.
эти щуки. Ротанички тоже есть тут. Что, без ударов? Хороший? Отпрыгнули? Ну и там грамм по 300, наверное, такие карандашики были. Ёбнула. Маленькая. Да она вообще тут карандаш грамм 300, наверное, 200. Я говорю, карандаши. Не, я имею в виду, что это. Есть, но я имею в виду, что вот эти ёбаные, которые в траве стоят на солнце. Малыши.
Не, я тебе не говорю, что тут крупных нету. Я вообще говорю, что такие пока что тут. Хоть ее бы поймать на свой воблер. Самоделочная. Ну, друзья, видите, удар был. Значит, рыбка заинтересовывает щуку. Но самодельная. Вот интенсивная проводка. Интенсивная. Так. Сейчас мы сделаем по-другому, друзья. Делаем вот так, заброс. И вот так. Изображаем раненую рыбу. Поменял батарею, друзья. Вторые кадры пошли. Семь гигов наснимал. Неправильно идет зацеп. Зацеп за поводок. Ладно. А дальше куда? По правую сторону. Поехали. А, еще дальше туда? Там крупнее она. Не, ну ясно, понятно, крупнее. И, может быть, мы ее здесь и выдернем. Сейчас, подожди, еще пару раз кину на самоделку, на свою. Может, время, блядь, надо было, может, здесь с утра она, может, хорошо клюет. Не знаю, я бы сейчас советую только приезжал. Ёлочки задалбливают. А она далеко вот так идет? Нет, тут уже там уже дальше можно будет перейти. Ага. Ну-ну, ясно. Я поэтому говорю, что дальше... Видал моего крокодила? Показывают практики, дальше смысла нет. А? Как показывают практики, дальше смысла нет. Да. Укусов не видать нихуя. Куда она тикнула?
Крикаш полетел. Тяга. Да. Ладно. Сейчас вот сюда зайду.
Никто не хочет тут плевать у нас. Никто не хочет, друзья, у нас клевать.